Всем привет, ребята, и мы на моем канале. И сегодня у нас будет видео. Ты достал, не мешай мне. Ну чё, я на кухню иду. Так, извиняюсь. И у нас сегодня будет видео. Я решила сделать вторую часть. Это играем в игры, похожие на Toku Life Worlds. Ну сейчас игра, конечно, только Toku World, но все равно. Всего будет игр, наверное, 7, если... Ё-моё. Если честно, я не помню, но давайте начинать. Всем приятного просмотра. И первая игра называется Пеппи Хаус, вроде как, я не помню. Я играла раньше в эту игру, но очень давно, и даже не помню, что там уже. Вот. Загрузочка идет. Итак, вот она, эта игра. Это тут открыто нам всего лишь один этаж. Вот. Давайте зайдем к маме на кухню. Я играла во взломку. То есть во взломке я все этажи просто открыты. На взломку было очень трудно скачать. Но можно и вроде как через Play Mods, но это вообще не факт. Или через 5 Play, я не знаю вообще, если честно. Есть также игра Пеппи Хоспитал, такая же Пеппи Хаус. Пеппи что-то там еще, я не помню. Итак, мы уже загрузились, и вот персонажи довольно-таки смешные. И тут персонажи у нас не закрыты. Господи, что это за собака? Господи. Так, ну, там. И, господи, что? Что за сын? Ё-моё. Его, походу, перекосило как-то. Ну, персонаж просто мне нравится, они такие смешные, особенно бабушка. Будто она вообще полностью слепая. Давайте посадим малыша в стульчик. Игра не зависает, она очень хорошо работает. Рисовка просто вау. Мне очень понравилось. Я люблю всякие мультяшные рисовки. Особенно вот эти вот новости. Вот, и мне очень нравится. Особенно вот этот дед. Сидит прикольный. Рыбки. Также их можно кормить. Почему-то они не едят. Вот, идут на еду. Также тут можно еще других персонажей покормить и приготовить еду. Вот наша еда в холодильнике. Так, и давайте покормим помидорку маму, потому что много... Господи, как они смешно едят, господи. Особенно малыш. Так, ладно. Ну, нам остальные этажи закрыты. Этой игре я могу поставить, наверное, 7 из 10, ну, минус... Не знаю, 3 балла, потому что тут очень много закрытых этажей и довольно-таки скучновато поиграть. А так игра прикольная. Ну ладно, могу 5 даже поставить. Следующая игра. И наша следующая игра это Lob and Friends. Или Friends, я не знаю. О, прикольно. Смотрите. Очень много локаций открыто. Ну, если мы тут зайдем, наверное, там они закрыты будут. Я хочу зайти в музей или что это. Просто загрузка очень милашная. Я наткнулась на эту игру и подумала, может быть, скачать. А, какая рисовка очень милашная, ребят. Смотрите, просто. Просто смотрите на эту белочку. Просто рисовка милашная, ребят. Господи. Тут даже и Sims, так прикольно. Мне очень понравилось. Так, дальше давайте будем обследовать игру. Тут есть Мона Лиза. Это еще какая-то украинская картина, если я не ошибаюсь. И короны. Просто такая милашная рисовка. Особенно мне нравится вот эта белочка. Это была так. Это вот нельзя открыть. Тут надо собрать картину. Это, походу, секретка какая. А почему она не собирается? Ну что, забаговалась? Ну ладно. Или что с ней? Ладно, я не знаю. Так, тут я... О, я знаю этого, да, есть такая вот статуэтка в игре Спанч Боб и Патрик. Я смотрю этот мультик, просто я фанатка его. Также можно одевать персонажей. Ой, этот мишка милашный. Почему-то тут странно, они берутся, они как будто летают в воздухе. То есть я беру, и никак они не перемещаются. И никак нельзя одеть... Господи, как еще странно, животные берутся, я не знаю... А шляпку можно хотя бы одеть? Нет. Почему-то все предметы... Почему они летают? Все предметы держатся на одном уровне. И их просто нельзя перетащить никак. Ну ладно. Просто их никак нельзя перетащить.
Также тут в Токи точно такое же есть. Ключики. Давайте переместимся в другую локацию. Светокрутка тут очень быстрая. Итак, давайте перемещимся в этот домик. Мне он очень понравился. Ой, какая милашка просто. Я бы так сидела. Сейчас бы. Но почему-то, когда ты загружаешься в локацию, локация... Ой, загрузка чуть подольше. Да, тут локации все бесплатные. И также странно берутся персонажи. А также подушка. Просто она как будто летает в воздухе. Ну ладно. Так, телевизор. О, да, это самая антилоп, или как их зовут, из музея. Тут очень много, большое количество каналов. И также, да, это отель, то же самое, что и в Токио. Кайф. Вот то же самое просто. Ну, как то же самое, ну, почти. И почему-то животных нельзя уложить в кроватку. Ну, кстати, вот это еще более-менее шапка берется, но теперь я не могу одеть на него. Классно. И у нас вот такая ночнушка, только я не могу одеть на персонажей. Это очень странно. Очень странно. Тут есть плита, слава богу, она работает. И тут даже нельзя овощи положить. Ничего. Что это за игра? Картинки. И тут есть небольшая секретка, смотрите. Это что-то связано. Давайте. Что тут есть? Машинка. Платьице, полотенце. Ну ладно, я не знаю, короче, что это. Подождите-ка, вот еще одна секретка. Вот она. И где-то разблокировать секретку у меня. Поймите, где. Ну ладно. Давайте выйдем. И давайте в последнюю локацию отправимся. Это фудкорт, если я не ошибаюсь. Ну, эта игра очень похожа на Току. И локации некоторые очень похожи на Току. Смотрите, это Принглс. Принглс. Так. Итак. Это не фудкорт, но что-то похоже. Или фудкорт. Ну, типа Току. Да, это магазин похожий, да. Это тоже в Токи есть такой вот плавки. Ну, их точно нельзя одеть. Я не знаю, что это за игра, почему. Персонажи очень странно берут. Их нельзя никуда ни вправо, ни влево, ни наверх. Вправо-лево можно, но вниз, наверх и никак. Даже им игрушку нельзя дать, потому что игрушка просто какая-то тупая. Даже их на воздушный шар нельзя. Это. Ну ладно, их точно нельзя на воздушный шар, наверное. Сумочки разные. Ну ладно, давайте переходить к следующей игре. И наша следующая игра это не Мига, потому что Мигу обычно я играла. Это игра Мига Таун Апартамент. То есть это не просто Мига World, а Мига Таун Апартамент. Вот, потому что в Мигу я уже играла и знаю, какая она такая классная. Так, ну у нас открыта только одна локация, наверное. Не знаю. Ну, обычно в Миге только 1, 2, 3, 4 локации открыты, и все. И все, в принципе, да, и все. Ну, как мы знаем, тут игра просто волшебная. Тут можно посадить на стульчик человечка. Ой, колясочку, может, давайте положим. Просто игра очень классная, не зависает никак. Вот это вот так вот только водить персонажа. Можно вправо, влево, вниз, куда угодно. Там он брат в туалете каждый день. Так. Господи, как он смешно сидит, давайте его... Так, тут очень классные эстетичные вещи некоторые есть, я уже подметила. Вот такая вот такие кофточки, смотрите, вот они, очень красивые вот. Также мишка очень эстетичный, вот такая вот штучка. Потом еще эстетично есть вот такие стульчики, какашка. Господи, так, ну, вот тут еда, соответственно, бабушка. Новогодняя игра какая-то. Так, ну, тут квартира преступников. Наверное, да? Так, пойдемте разберемся. Попали в квартиру. Ого! Господи, кто тут жил? Их нету пока. Ага, преступники. Даже веревка есть. Опа, вот где украденное все. Как это открыть только? Офигеть, это дом преступников, и... А, это камера, или что? Либо это камера, либо дом.
Я не ожидала. Сюда стоять. И я ничего. Ага, ты украл. Ладно, прикольно. Давайте попробуем на какой-нибудь другой этаж. Будем надеяться, что все этажи открыты. Я тогда себе эту игру поставлю. Хотя я забыла поставить оценку той игре, поставлю ей только 2 из 10. И да, тут, конечно, не закрыто. Ну, можем посмотреть, покупать либо эту локацию, покупать эту локацию, либо нет. Ну, этой игре я ставлю, наверное, где-то... давайте... Наверное, ставлю 8 из 10, ну, очень классная игра, но если бы она взломка, я поставил бы все 10. Но локации все закрыты, даже могу поставить 7. Давайте переходить к следующей и нашей последней игре. И наша следующая игра это DZ World, если я не ошибаюсь. Нет, это не World, а какая-то другая игра. Да, вот такая загрузка. Очень странно, конечно. Ну, это для детей. Меня уже напрягает, почему так долго. Так, конфиденциальность. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими условиями. Я прочитал и согласен с условиями. Давайте на галочку нажмем. Почему эта игра для... Это в игре для детей, если дети не умеют читать. Ну, маленькие. Понимаю, если было бы ты хотя бы 7-летний ребенок. Ну, хотя бы он хоть чуть-чуть умеет читать. А вот 5-летний, либо 4-летний вообще не отобрался бы. Так, ну, вот такие локации. Это DZ World. Я не знаю, как эта игра называется, я забыла. Надеюсь, все локации. Это новая локация, можно обустраивать дом. Надеюсь, все локации уже открыты. Если она кажется классной, я бы ее оставила. Если покажется открытой, и она кажется классной. Почему-то тут чел вытирает руки. Это, наверное, игра, когда создан был коронавирус. Ой, когда появился коронавирус. Почему у мужика руки волосатые? Никто не подскажет. Так, что это? Тут человечки. Так. Это редактор персонажа, нифига. Вот почему открыто. Ладно, давайте попробуем редактировать персонажа. Почему только мальчика можно создать? Почему не девочку? А, можно девочку создать. Как можно увидеть по глазкам. Так. Это не только редактор. Почему-то на голове у кого-то коктейль какой-то или что. Что это, я не знаю. Короче, я не стала создавать, потому что игра какая-то вообще тормознутая, она просто куда-то, не знаю, куда. Ладно, ну, вот такой у меня челик. Почему-то редактор персонажа такой тормознутый. Так, ладно, давайте перейдем в другую локацию, посмотрим другие локации. Сама игра-то не тормозит, почему-то редактор персонажа именно тормознутый. Вот, я не знаю почему. Давайте пойдемте в замок. Так, ну, локация открыта, меня это радует. Тут есть больница, свинюшки, овечки. Давайте пойдем в больницу. Надеюсь, больница хоть нормальная будет и не закрыта. Почему чел коронавирус, а? Мы знаем, что надо вытирать руки, но сейчас не коронавирус, простите. Почему руки у чела волосатые? Нет, один вопрос. Не, локация открыта. Мне кажется, что все локации открыты, это большой плюс. Никогда не видела игру, что все локации были открыты. Персонажи очень смешные и странные, но мимо что много закрытого, что нельзя создавать персонажей. И почему-то мы попали не в какую-то больницу, а в какую-то, не знаю что, хотя больницу возможно. Давайте попробуем положить чела в капельный, ну, сюда. И почему-то их нельзя на кровать ложить, это, а, можно. Так, как соединить капельницу? Можно капельницу соединить? Или что? Как капельницу? Хотим вставить капельницу. Ну ладно, давайте пойдемте. Вон туда нам продолжение говорят. Мы поняли, что это... А, это не волосатые, это микробы типа...
Наверное, эта игра была создана, когда был еще коронавирус. Но большой плюс, что дети говорят вытирать руки. Большой плюс. Так. Смотрите, локация открытая. И это, я так понимаю, площадка королевская какая-то детская. Тут игрушки есть. А, это автомат с игрушками. Вот в моем детстве такое было. На этом все. Вот такое видео получилось. Если оно вам понравилось, то просто поставьте лайк, подпишитесь на канал. Для меня это будет приятно. Ну, всем пока-пока.